перед тем, как зайти в комнату на пробы, обязательно надо пойти поссать, потому что ссать хочется всегда, даже на нервной почве. В школу сегодня не идем, поедем вместе на работу. Сегодня ждать тебя. Да, мы пообедаем. Плохую власть продают хорошие бизнесмены. Вы не о себе говорите. Вот это основное место действия. А вдруг упадет кто-нибудь? Расшибется. Одну секунду. Алиса? Мама, я писаю. Вам оставили. Я принесла тебе гарантию, я ее украла. При мне сейчас большой конверт, и там фотографии. Ты правда ничего не знаешь? Бай! Спускайся. Ты успела его увидеть? Они должны умереть. И теперь я не требую от поэзии ничего, кроме искренности. Ни жалости, ни славы, ни исцеления. Молчаливая жена, с ней можно сидеть у серой воды, оставаясь скалой среди волн, выносящих на песок мусор бездарности. Мне следует разучиться чувствовать, забыть свой дар. А это труднее, чем то, что принимают за жизнь.